Эти горы сравнительно молодые. Говорят, что они появились сразу же после того, как в нашем городе была создана секция альпинизма. И теперь каждый желающий легко может подняться, ну, хотя бы на эту вершину и посмотреть на наш город с высоты. 18 часов по местному времени. В большинстве организаций давно затихли технологические процессы и связанные с ними производственные конфликты. Пора подумать, как содержательнее провести свободный вечер. Граждане, будьте осторожны. Пропустите движущийся транспорт. Переходите улицу по зеленому сигналу светофора. Вот теперь можно двигаться в любом направлении. Товарищ, у кого есть лишний билет? У вас нет лишнего билета? У вас нет? У вас? У вас нет билета? Непонятно, почему зрители всегда рвутся в один театр, когда есть и другие. Тем более здесь сегодня премьера. Похождения графа Нулина. Похождения. Это что-то новое. Да, премьера — это торжественный момент в жизни театра. Кстати, именно с этим театром связана история нашего героя. Нет-нет, это еще не он. Это автор похождений. Но зачем же так волноваться? Смотрите, уже пришел первый зритель. Возможно, придут и остальные. Плевать мне на потолки, лишь бы были не снежные. В деревне скучно, грязь, ненастье. Где вы брали яйца? В нашем буфете по 90 копеек. Ну? Свежие. О, можем попросить одно? У меня что-то сипит сегодня. Спасибо. В деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер. С премьеркой, Игорь Борисович? О, нет, что за рано, рано, рано. Я тебе сказал, плевать. Рано, Вы послушайте, Гликерия Васильевна, ему, видите ли, не нравится пьеса. Да разве дело в пьесе? Тут важна перспектива. Впереди пушкинские дни. Ни один театр еще не чешется. А мы уже поставили Пушкина. В соавторстве с Дантесом. Каким Дантесом? Соавтор Патрончик. Вот я и говорю. Легок на помине. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Я удивляюсь. Вот почему так медленно движется зритель? Я удивляюсь, что он вообще движется. Как? Вот так. Типун вам на язык. Перед премьерой. Борис Михайлович. Да. Нет зайчика. Как? Проверить! Какого зайчика? Нет. Опять режиссер что-то придумал. У меня же в пьесе собаки, а не зайчики. При чем тут ваши собаки? Нет нашего гримера, зайчика. Ну уж я его. Вот. Товарищ, пожалуйста. Спасибо. В чем дело? Что же вы смотрите, мужчина? Товарищ, я вас убедительно... Вперед! Ну, извините. Я могу увольнять актеров, а не гримировать. Ну что же делать, Борис Михайлович?
Делайте, что хотите, хоть сами гримируйте. Да вот Станиславский в такой ситуации... Ты мне старика не тронь. Делайте что угодно. Какой ужас у меня. У меня такой сложный грим. Ну, шутка ли играть 18-летнюю девушку? Мне еще сложнее играть вашу кормилицу. Господи, вы же позже выходите. Ну, кто нас будет гримировать? Кто видел зайчика? Не мешайте, не мешайте, не мешайте. Что тут? Ну, неужели никто не видел? Где зайчик? Нет, нет, не видела, нет. Женщины, к вам можно? Зайчика не было? Ну, вы подумайте. Я должен портить нервы из-за какой-то пешки. Зайчик пешка, но зато вы у нас Шапкин. Фигура. Да, Женечка, да, вы у нас конь. У вас есть что-то лошадиное. Ну что вы? Пришел. Зайчик, ты пришел. Женечка, пришел. Зайчик, это мне. Как я вам нравлюсь? Да. Слушайте, зайчик, что там произошло? Расскажите, а? А, да, я хочу вам объяснить, Наташа. Давай, объясняйся. Давно пора. Да нет, вы меня не так поняли, я не в этом смысле. Ну, ты давай, Юрий. Я в твои годы 6 детей имел. Семья, дети, неприятности, скандалы. Чувствуешь, что живешь. Вот видите, зайчик, как вы отстали. Зайчик. Директору. Здесь не стационар для нахалов, а если что, выход прямо. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве, как говорил Станиславский. Говорил, но не кричал. Возможно. Ну ладно, еще раз с премьеркой вас. И вас тем же. Еще одна такая премьера, и будь здоров. Ни одного зрителя не будет. Да-да. До завтра. До завтра.
Вниз. На, возьми. Мясо горит. Спасибо. Наташа, я решил зайти. Ну, заходите. Наташа, а это не страшно, что я так поздно? А кому должно быть страшно? Нет, ну так, вообще, знаете, 12-й час, мужчина приходит к женщине. В данном случае мне не страшно. Да, но вы знаете, я не один, я с этим. Ну, заходите с этим. О, какой вы сегодня торжественный. А что, это новая мода совсем без пуговиц? Нет, пуговицы есть, они в кармане. Просто в ателье не успели их. Извините. Ну, конечно. Именно для вас у них не хватило времени. Снимайте, я пришью. Нет, что вы, Наташа, зачем? Я как-нибудь сам, так, постепенно. Немедленно. Раздевайтесь. Садитесь и ждите. Ну, как настроение? Да так как-то неуютно. Мне тоже. Из-за премьеры? Не только. Ну, почему вы позволяете на себя так кричать? А у меня, Наташа, на это никто не спрашивает позволения. Просто есть кто кричит, есть на кого кричат. Ну, я, очевидно, из тех, на кого. Да тут целая философия. Теперь понятно все эти ваши, извините, простите. Знаете, зайчик, вы живете так, как будто вам неудобно за то, что вы ходите по земле. Ну вот, и вы на меня кричите. Да как на вас не кричать? Да вот так, сегодня нельзя. У меня день рождения. Как? Сейчас? Да. Сегодня? Чудо-юдо! Его поздравлять нужно, а он... Смирно! Вам вручается это оружие, и с этого дня вы должны быть смелым, решительным, гордым и так далее. Спасибо, Наташа. Я этого хочу очень-очень. Я понимаю. Я постараюсь. Сейчас. Да. О! Добрый вечер. Добрый вечер. Можно? Пожалуйста. Наташа, вы знаете, я все никак не могу успокоиться. Смотрите, что я принес. Федор Михайлович, проходите. Говорю. Наташенька, все-таки я был прав. Вы знаете, что я еще нашел о графе Нулине? Проходите, я на минуточку на кухне, сейчас поговорим. Это, Наташенька, издание 891 года. Очень любопытный экземпляр. А, зайчик, добрый вечер. Добрый вечер, Федор Михайлович. Да, я в таком виде... А? Неудачно получилось. Что не получилось? Да я говорю, может, вы подумали, что вино... Что, где, какое вино? Ну, вообще, снял пиджак. Ну и что, снял пиджак, значит, было жарко? Нет, нет, мне не было жарко. А чего же вы сняли пиджак? Ну, я тоже считал, что не надо было, я не хотел. Ну, знаете, тут, если женщина настаивает, так... А что это? Я не понимаю, что это? Странные какие-то намеки. Нет, нет, что, Федор Михайлович, просто я пришел, потом вы пришли. Ага. И все как-то так, в общем, не вовремя, так что я... Что не вовремя? Ах, я не вовремя пришел. Нет, нет. Ох, зайчик. Куда вы, Федор Михайлович? Извините, Наталья Николаевна. Что произошло? Понимаете, Наташа, я хотел ему объяснить, что мы здесь ни при чем, что я в таком виде. Нет, вы ненормальный. Вам лечиться надо. Вы, милый, не волнуйтесь. У всякого это бывает. Всем когда-нибудь начинать приходится.
что? Для этого и учились? Да. Нет, нет, я абсолютно спокоен. У нас же практика была. Практика, практика, я первый больной, он на всю жизнь запомнится. В случае чего я тут? Ага. Да. Ну что ж, можно, пожалуй, приглашать. Кто там? Кто первый? Заходите. Здравствуйте. Прошу. Слушаю вас. Присядем? Фамилию надо сказать. Я Ромашин Игорь Александрович. Очень приятно. А ваша фамилия как? Понимаете, доктор? Да, извините, я Зайчик. Как? Зайчик. Ага. Ну, рассказывайте. О чем? На что жалуетесь? Я не жалуюсь. То есть, другие жалуются. То есть, у меня что-то ненормальное, очевидно. Ну, я так думаю. Вернее, не я. Извините. А вы не волнуйтесь. Сейчас мы вас осмотрим. Раздевайтесь. До пояса. Халатик. На правую стороночку. Переоденем. А, рассеянность. Ну, бывает. Так. Скажите, вы спокойный, уравновешенный? Или легко возбуждаетесь? Я, доктор, спокойный, уравновешенный и легко возбуждаюсь. Тетя Паша. Ну-с. Ну вы там скоро. Кто это там безобразит? Вызову, когда очередь подойдет. Не дышите. Ладно. Так. Смотрите сюда. Будьте добры, скажите, какой сейчас номерок пошел? Хороший. Высуньте язык. Спасибо. Садитесь. А у вас что, бывают какие-то неприятные ощущения? Да, неприятные ощущения, когда кричат и ругаются. Кто кричит? Директор. Ага. А еще кто? Одна, ну, общественность. Ага. Ага. А у вас что, психогенные реакции или галлюцинаторно-бредовой синдром? Простите, что вы сказали? Ну, доктор вас спрашивает. На вас находит? Кто находит? Вы что, русского языка не понимаете? Ну, вы немножко... Ну, не в себе, или же просто нервный. Позвольте, Прасковья Ивановна, я сам, позвольте. Вот вы говорите, директор, общественность, это хорошо. А вот не бывает у вас навязчивых состояний? Ну, понимаете, вас могут преследовать какие-то страшные мысли, воспоминания. Ну вот, например, хотя бы... Может возникнуть опасение, что во время охоты своим выстрелом вы убили мальчика, собиравшего грибы. Мальчика? Когда? Почему? Слушайте, гражданин, что вы парились там? Это ж не баня, совесть надо иметь. Извините. Вы случайно не знаете, что такое синдром с признаками паркинсонизма? Это когда разжижение в мозгу.
Спасибо. Так, значит, мой первый больной был Зайчик. Запоминающаяся фамилия. Доктор, я хочу вас спросить. Кокцелёз. Это что за болезнь? Кокцелёз? Ну да, я вот вспомнила как раз насчет зайца. У меня внучки в кружке заяц заболел. Ну, ветеринар говорит, кокцелёз. А я думаю, а для детей это не опасно? Не кокцелёз, а кокцидиоз, наверное. Нет, для людей это не опасно. А для животных, да. Паршивая болезнь. Протянет этот зайчик месяц, не больше. Ну что? Месяц, не больше. Мальчишки, давайте играть в прятки. Ты меня слышишь? Сначала будем считаться. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Пиф-па, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Ты вышел. Да-да, совершенно верно. Что с тобой? Синдром, врач сказал. Да, малость есть. На, держи. Уже? Что значит уже? Вам заказывали? Точь-в-точь. Это 32-я квартира, да? Нет, 22-я. Так что ж ты? Им платил за квартиру. Да. Сдавал белье в стирку. И все? И все? И все? И все? На песке волны без следа, ветер без следа улетает. Разве человек может навсегда так уйти, как облако тает?
Как слетает осенняя листва, как уходят ненужные слова. Если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Даже с ночью день встретиться спеши, дарит ей зарю на рассвете. Разве человек может жизнь прожить никому не нужным на свете? Если в сердце другом зажечь не смог ни мечты, ни надежд, ни тревог. Если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Любуетесь? А вот не знаете, кто этого красавца посадил? Я тоже не знаю. Да и никто не знает. Вроде маленькое дело сделал человек, а доброе... Ну, вот и все. Спасибо, ребятки. Спасибо. Это расти не будет. Будет. Я удобрение положу, с удобрением будет. С удобрением будет. А без разрешения не будет. Вот. И как комендант ведомственного дома я принимаю такое решение. Саженец убрать, ямку засыпать, землю трубовать. Правильно я говорю? Нет, неправильно. Я давно за ним наблюдаю. Правильное он дело делает. Нет, неправильно. Нам разрешили здесь строить гараж. Вот. Вот я и говорю, здесь будет гараж, товарищ директор театра. Неправильно. Здесь нужен не гараж и не одно дерево. Садик нужен для детей. Верно, верно. Кислородом надо дышать. Не директорским бензином. В садик надо сажать. Садик. Правильно. А вы обождете с гаражом. А вас не спрашиваю. Ничего-ничего. Для пользы дела можно кулаком по столу. Значит так. Входите и говорите. Что, зайчик, реабилитироваться пришли? Прошу. Нет, я насчет дуба, то есть дуба. Или дуба. Что такое? Какого дуба? Дуба, то есть? То есть, кого вы имеете в виду? Я посадил дуб, дубочек, саженец такой маленький. Бред какой-то. От меня-то что вы хотите? Не я хочу, дом хочет. От дома я. От какого дома? От вашего. Ну, от нашего, с вашим. В общем, там садик хотят. Детям, деточкам. Каким детям? Ну, и вашим, и нашим.
Но у вас нет детей. Нет, но мне общественность поручила. Кто обрабатывается? Зайчик. Вы что, издеваетесь надо мной? Моим гаражом заниматься стали. Все, товарищ Зайчик, все. Растяпу я еще терпел, но с нахалами дела иметь не желаю. Вот бумага. Пишите заявление и разойдемся. По собственному желанию. Здесь не стационар для нахалов. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. А если что, выход прямо? Потом неприятностей не оберешься. Скажут, нечуткость, видите ли, проявил. Ну ладно, спасибо, что предупредил. Товарищ Зайчик, что вы тут стоите? Да я не знаю, как писать. А, ладно, ладно. Вы погорячились, я погорячился. В театре всякое бывает. Это же искусство. Эмоции. Заходи, заходи. Ты мне прямо сказал, ты не прав. Садись. Спасибо. Значит, садик, говоришь. А стоит ли пачкаться? Ведь места мало. Ну, какой там садик? Ты посмотри сам. Дом, забор, склад. Утиль, сырье. Ну, тем более. Нет, это дело явно нереальное. Разрешите себя, Борис Михайлович? Вот, кстати. Вот, я думаю, местком нас поддержит. Зайчик, опять что-нибудь? Да нет. Нет, мне поручили, я... Что, поручили? Да я не хотел. О, хорошее дело. Правильно, Борис Михайлович, поддержим. Вы что же это, зайчика? Дирекция вам поручает, доверяет, а вы не хотите. Там склад, забор. Ну и что же? Совещание. Забор можно отнести. Пусть потеснятся ради детей. Это не просто. Ну, конечно, это не просто. Ну, раз есть поручение от дирекции, надо идти, надо добиваться. Правильно, Борис Михайлович? Да. А, в общем, считайте это поручением от месткома. Идите и добивайтесь. Я? Итак, жребий свел на кубковой дороге две незнакомые команды. Можно ждать много неожиданностей. Команды построились в центре поля, все готово к началу матча. Свисток судьи, игра началась. И сразу без разведки вперед пошел левый крайний нападение команды хозяев поля 11 номер. Это Иванов. Он проходит среднюю линию поля, идет дальше, дальше, дальше. Смотрит, куда же послать мяч. Посылает направо. Длинная продольная передача. Но кому? Там же никого нет. Мяч уходит на свободную. Свободный удар. Мяч подает в спину полузащите. Команда подает в поле. В голубой форме. Традиционная форма. Да, ситуация острая. Ну, такие ситуации часто возникают в процессе футбольных матчей. А мяч снова остается без адреса. Игра продвигается к центру площадки. Игроки обеих команд явно нервничают. Это вполне понятно. Но зачем же так грубо? Ну, вы знаете, друзья, это можно простить. Все-таки матч серьезный, нервы взвинчены. Вот футболисты помирились, все в порядке, игра продолжается. Сейчас очень любопытная ситуация. Мяч проходит одного соперника, второго. Какая великолепная техника обработки мяча. Но все-таки нужно бить. Удар. И мяч уходит намного выше ворот, туда, в трибуны. Болельщики немедленно возвращают мяч на поле. А темп матча явно возрастает. Игроки тщетно ищут возможности взять ворот противника. Но вот прорыв. Впереди только стоппер команды хозяев поля. Центральный защитник. Надо бить. Удар. Штанга. Еще удар. Гол. Итак, счет стал 1-0. Вратарь и защитник вынимает мяч из сетки ворот. Занятие, конечно, не из приятных. А до конца встречи остаются считанные минуты. Да-да-да. Да-да. Ну-ну. Угу. Все ясно, дорогой.
Разрешаю красить в синий цвет. Угу. Не беспокойтесь, все будет хорошо. До свидания. Большой привет. Слушаю вас, товарищ. Вы по какому вопросу? Так, у нас такой вот... Минут. Да-да. Ну-ну. Само собой. Разрешаю. Большой привет. Так это все очень интересно, товарищ, все, что вы рассказали. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вы понимаете, у нас через двор проходит деревянный забор. Да-да-да, так... я понимаю. Деревянный забор, это анахронизм. Будем ставить металлический. Нет, нет. Ну да, этот каменный барельеф. А, вот оно. Нет, вы меня не так поняли. Мы хотим этот забор... Минуточку. Да-да. Ну-ну. Само собой. Не беспокойтесь. Вам пора обедать. А. Нет, вы так говорите. Разрешаю. Какой я вес? А вы куда звоните, товарищ? До свидания. Большой привет. Так всего хорошего, товарищ. Спасибо, большой привет. До свидания. Да, извините, а как же нам быть с забором? Что? Забор. Какой забор? Ну, можно нам его убрать. А как же? Да-да. Само собой. Только в синий цвет. Ну, не беспокойтесь, все будет в порядке. Большое спасибо, до свидания. Само собой. Минуточку. Да-да. Разрешаю, минуточку. Да-да. Само собой. Разрешаю. Григория Васильевна, да? Я получил разрешение ломать забор. Как уже? А говорили, не можете добиваться. Ну, молодец. Поднимайте народ на воскресник. Да, хорошо бы это сделать в понедельник. Попался! Добрый вечер. Здравствуйте. Я вас беспокою с общественной точки зрения. Володя. Понимаете, завтра воскресник. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Будем забор сносить. Очень хорошо. Приходите, пожалуйста. Придем. Обязательно придем. Спасибо, что сказали. Пошумим на свежем воздухе, за мной! Слушай, Саня, давай! Я же вас просил завтра, а гости хотят сегодня. Ну, неудобно же им отказывать. Товарищи, товарищи, организовано, организовано! Становись! Ну, самодеятельность потом. За мной! А ну, взяли! Раз, два! Горизонда! Горизонда! Вперед! За мной! Разрешите я? Скажи, а? Что еще ломать? Да вон там помогает. Поздравляю вас, дайте. А здорово все. Ага. Горько. Да. Горько. Ну ладно. Эх, да я в вашем возрасте. Горько! Thank you.
товарищи! С добрым утром, товарищи! С добрым утром, товарищи! С добрым утром, товарищи! В нашей передаче мы начинаем, как всегда, сообщение о погоде. Сегодня ожидается теплая, малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. С добрым утром, товарищи! Забор, это ваша работа? Да, моя. Что же вы стоите, товарищи? А действительно, чего вы на лестнице стоите? Входите, пожалуйста. Учитель. Уйдите, идите, объясняйтесь. Беседуйте. А я тут иду, чем? Обождите, надо разобраться. Вы на каком основании забор ломали? Нам товарищ Шабашников разрешил. Шабашников? Не может быть. То есть как это не может быть? Пожалуйста. Разрешаю. Ну вот, зря панику поднимает. Читайте. Разрешаю красить в синий цвет. Слушайте, ну вы же ведь взрослый человек. Здорово, ребята. Присаживайтесь пока. Сейчас я с этим гражданином закончу. Где работаете? Привет. Ругаться прибыл. Знаю. Сегодня какое число? Да не успеваю я с отчетом. В штабе грипп поголовный. 5 лежат. У вас не грипп, а болезнь посерьезнее. Вот безактивностью попахивает. Да какая... Распалом. Сколько за отчетную декаду нарушений отмечено? Серьезных 3. Мало. Что раньше по 3 в день было? Значит, порядка на улицах больше стало. Ладно, ладно, порядка. Ну, не семье, последние дела. Да. Засиделись в штабе. Вот вы, товарищ. Почему здесь сидите? Почему не в рейде? Почему не на улице? Видите, меня сюда попросили. Вот как дело поставлено. Вас уже просить приходится, умолять. Сами не идете. Как фамилия? Зайчик. Вот что, товарищ Зайчик. Берите этих 2 волков и идите. Извините, куда? Вдоль. По улице туда и обратно. Угу. Да, где у вас повязки? А мы в первый раз. Это организация. Держите. Товарищ Суслик у вас главным будет. Нет, нет, я не... Без разговоров, товарищи. Сказано, идите, значит, идите, идите и идите. Большое спасибо. До свидания. Прошу, помогите мне. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, я не в этом смысле. Вы мне нужны как дружинник, понимаете? А вы знаете, извините, я на сегодня все закончил. Все. Нет, вы поймите, гибнет ведь человек. Гибнет? Да. Кто? Где? Здесь. Ну, там. Там мой муж, понимаете? Его завлекли. Я должна знать, кто. Вы извините, я боюсь, это надолго. Меня ждут. Зайчик, я вас жду. Куда вы пропали? Наташа, я... Вы не имеете права отказываться. Я буду жаловаться в штаб, вашему верховному командованию. Ради бога, только не надо жаловаться. Я одну минуту, я сейчас. Наташа! Что происходит? Поймите же, ну гибнет человек. Кто гибнет? Что случилось? Зайчик, где вы? Наташа, я у ресторана Неро. Я должен...
Что будем кушать? Кто будет кушать? Не будем кушать. Что пить будем? Тихо, тихо. Не понял. А, простите, нет, спасибо, я ничего не хочу. Спасибо, я тоже ничего. Граждане, у нас так не сидят. Надо есть, надо пить. Ну, хорошо, ну, принесите что-нибудь такое, ну, ну, обыкновенное. Ясно. Что будет, дама? То же самое. Вот это по-деловому, минуточку терпения. Ну, в общем, все так, как я предполагала. Понимаете, после обеда он мне говорит, у меня собрание. Сегодня же воскресенье, понимаете? Ну, я говорю, иди, милый, иди, пожалуйста. Сама унизилась и пошла следом. Смотрю, он заходит сюда, и эта пышная брюнетка. Видали, что глазами делает, а? Нет, я понимаю. Я понимаю, это позор, но я должна все выяснить ради него. Пошли. Не та кухня. Вы, товарищ, просто заелись. Все это великолепно. Бросьте, дома все-таки лучше. Дома я с женой целый месяц на одних пельменях сижу. Надо уметь выбирать жену. Что вы? Вы совсем не знаете моей жены. Она у меня чудесная. Столько делает для меня. Достает билеты на все спектакли. Мы почти каждый вечер сидим в филармонии. Она вся в искусстве. Я, конечно, с ней культурно расту. Но я всегда голодный. Идемте. Получите, пожалуйста. Ну, будьте здоровы. До свидания. До свидания. Всего доброго. Извините. Граждане, пересаживаться у нас не разрешается. Ну, ничего. Великолепная погода. Да, да, погода, природа. Приятного аппетита. Нет, нет, не уходите. Простите, стойте там. Но у меня есть заказ. А, я сейчас закажу. Ну, хорошо. Бульон с пирожком, бульон с фрикадельками, бульон. Зеленый, каша, рисовая, шашлык, по-карски, котлеты, по-карски. Директор Петров. Приставайте к женщине. Я вас беспокою. Вы меня слышите, Наташа? Да, к сожалению. Наташа, эта женщина... Алло, какие-то странные гудки. Бывает. Наташа, все равно слышно. Слышите, да? Эта женщина не имеет ко мне никакого отношения. Я должен был ей помочь. И вы многим так помогаете? Нет, я первый раз, Наташа. У нее недоразумение с мужем. И поэтому она пошла с вами в ресторан? Нет, это не она со мной пошла, это я с ней. И это все, что вы хотели мне сказать? Наташа, я очень... Да. Что это за гудки?
Почему это? Потому что вам нельзя пить. Так а это как-то стихийно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Алло. Алло. Апч. Извините. А что, было бы лучше, если бы мы дома сидели? Ну, подожди, подышим воздухом. Какой тут воздух? Вот будет садик, тогда будем дышать. Жди. Нашли, кому поручить. Зайчику. Вон забор как стоял, так и будет стоять. Товарищ, спокойствие. Смотрите, что вы написали. Не волнуйтесь. Вы что, смеетесь? Садитесь. Спасибо. Все будет хорошо. Что вы хотите? Я к вам прихожу. Минуточку. Да-да. Ну-ну. А как же? Само собой. Разрешаю. Большой привет. Значит, все в порядке? Да нет, ну разве это порядок? Вы посмотрите. Да-да, ну-ну, большой привет. Не понял. В чем дело? Дело в заборе. А, в заборе? Я же к вам приходил. Ну да, в заборе. Ну так у меня же есть к вам конструктивное предложение, товарищ. Я сейчас изложу свои соображения. Думаю, что они вам понравятся. Хорошо. Раечка, минуточку. Видите это, товарищ? Запомните его, пожалуйста. Запишите. Спасибо. Так вот этого человека ни в какое время, ни с какими заборами ко мне не пускать. Приехали. Приехали. Я вас попрошу. Это же одна минута. Нет. Ну, подпишите, пожалуйста. Безусловно, большое внимание мы уделяем местам отдыха для детей. Как говорится, для киндер. Gewiss große, schenken wir große Aufmerksamkeit der Erholung unserer Kinder. Wir machen sagt alles für die Kinder. Пожалуйста, садики. Wir legen hier die Grünanlagen an. Чтобы дети гуляли. Damit hier die Kinder spazieren können. С родителями. Mit den Eltern. С мамами, папами. Mit den Müttern, mit den Vätern. Как говорится, с Mutter и Futter. Vater und Vater. Класса. Вот так в основном мы и работаем. Но das ist unsere Arbeit. Да. К сожалению, мы должны расстаться, так как... А сейчас мы посетим с вами шоколадно-кондитерскую фабрику. Und jetzt besuchen wir mit Ihnen eine Schokoladensüßwarenfabrik. Danke. И danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke. Danke.
Анкель Гросс, привет. Auf Wiedersehen. Ich bin, du bist. Er ist. Kolossal. Sie sind. Все ваши указания будут выполнены. Прошу. Слушай, слушай, вас попрошу. Hello. Да-да, конечно, конечно. Раечка, чай, пирожные и, ну да, начальство. Босс, Гросс, босс. Телефон. Телефон, да. Bitte, кушать. Ам-ам. No. Нет, no. Никаких, но ам-ам и все тут. Please. Вот, именно, please. Да-да, пожалуйста. Момент. Да-да, Павлович. Да-да, сам. Смешно. Само собой. Да-да. Спасибо, что подсказали. Не беспокойтесь, Павел Павлович. Да. Большой привет. Вам всего наилучшего. Нас. О, я. Вы? Вассер. Да, Вассер, горячий. Вассер. Что? Най-рай-рай-рарам. Най-рай-рарам. Подмосковные вечера. О, их автограф. Кого их? Я? Я? Не-не. Ты. Я? А, автограф. Понимаю. Сувенир. Где? Не, вот здесь сверху. Вас и ждас. А вы что, по-русски уже не понимаете? Ну, шрайбен, шрип, гешрибен. Хахоньки. Маскарад. Дурака из меня делаете. Да нет, вы же сами говорили, что ваша основная забота это киндер, мутер, футер. Фатер. Ну, да. А что, я это вам говорю? Битте, лиз, ам-ам. Кому битте, кому ам-ам? Им. Нам. Вам, хам. Это же свой. Идите, идите, товарищ. Auf Wiedersehen. Али, как я выдал, приехались! А в конце скажу, уехались! Ролища! Скорее! Тише. Млеешь. Наташенька заливается. Извиняется. Ну как же, повысили из нянек в графини, выпустили раз на Шевском, вот она и заливается. Зайчик, а как наш садик? Произрастает? Сама садик, я садик. Ай! Товарищи, не надо устраивать общие собрания во время антракта. Борис Михайлович, в конце концов, с актерами тоже надо считаться. А? Это не спектакль, нет. Это гиньоль. Не надо выражать. Вы же прекрасно знали, что пьеса не нравится коллективу с самого начала. Так это не пьеса. А что это? Это инсценизация. Это не инсценизация, это спекуляция. Между прочим, нужно уметь играть классику. Классику, но не патрончик. Да вы-то кто такая? Что, талант? Что, заслуженная? Народная? Подумаешь, мне премьерша. Я таких, как вы, 100, 1000 приведу. И без капризов. А не хотите работать, пожалуйста. Выход прямо. Борис Михайлович. Любите себя в искусстве, а не искусство в себе. Боря, наоборот. Да какая разница? Куда ты? Под горячую руку. Вам что еще?
Что? Я говорю, что вы кричите? Что с вами? Ничего. У вас нервы не в порядке. Нельзя так разговаривать с людьми. Лечиться надо. С чего это вы взяли? Что значит не в порядке? Просто у меня голос такой. У меня тоже. Голос. Но я же на вас не кричу. Черт знает, что такое. Что вы от меня хотите? Вот, опять кричите. А я министр культуры. Вы министр? Ну, предположим, тогда бы вы на меня не кричали. Надо уважать людей, независимо от должности. Просто больших должностей на всех не хватает, понимаете? Нет, не кричит. Худо, братцы, что-то здесь не то. А может, зайчику плохо? Кому плохо? Товарищи, в чем дело? А что, на сцену? Даю третий звоночек. Тихо, товарищ. Не надо травмировать актеров перед выходом. Ничего. Все обойдется. Что обойдется? Даю третий звонок. У-у-у-у-у-у-у-у. А еще лай. Я свою отлаю. Журавского не будет, у него авария с машины за городом. Передай, помрежу. Журавского на сцену. Собачья работа. Журавского на сцену. Прошу Журавского на сцену. Журавского не будет, у него авария с машиной. За городом. Значит так. Задержите Шапкина, Шумы, держите зрителя. Ой. Еле, говорит, до телефона добрался. Давайте, скорее. А место? Журавского нет? Голубчик, выручай. Шапкина за Журавского. Зайчик, гримируй. Ой. Ха-ха. Видал? Забегали. Привязал бы жеребца-то. Да он не смертный. Значит, голодный. Ой. Да, Шапкин готовил эту роль. Но его назначили кем? Шестым слугой? А теперь, голубчик, выручай. Нет. Дудки. Да поймите, сорвется спектакль. А, все равно шефский. Да какая разница, в зале люди сидят. Вы поймите, они пришли в наш театр. Наш, ваш. А я, может быть, текста не помню. Да что там его помнить? Я вас убью, не дрогнут руки. Вы выходите и говорите, он Натали, и целуете. Ну вот, иди и целуй. Слушай, ты-то чего чирикаешь? Ты что, директор, что ли, худрук? Мы с тобой маленькие люди. Ах, маленькие. Попроси, Лай, мой муж вернулся. А вот и он. Кажется, собачий лай. Да, лай собачий. Как громко лают. Собаки? Да, собачки. Развелось. О, Натали! Целуй. Душа моя!
моя, душа моя, тебе представить рада я. Граф Нулин, из чужих краев. Очень приятно, зайчик. О. А, зайчик мне сейчас попался. С охоты я охотник, так. Не того подстрелил. Подвиньтесь, граф. С охоты я охотник. Что я еще могу сказать? Извините. В Петрополь еду я теперь. В деревне скучно, грязь, ненастье, осенний ветер. Да, осень. Это осень. Помните? Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближался. Он что, всего Евгения Онегина хочет? Процитировать. За мной. Ой. Ну и там, и так далее. Вот. Ну вот еще у Есенина, помните? Нет. Нет, ну. Помню. Да, ну это великолепно. Граф! Там у огорода мы затравили русака. Граф, там у огорода мы затравили рысака. Что он говорит? Я говорю, рысака затравили. Коня. Ну, лошадь. Не верю с ума. Ваши подозрения. Дайте занавес. Прошу вас, отворите шкаф. Там любовник. Без сомнения, он здесь. Или больше я не граф. На ту сторону! Вот! Это Лидин! Ваш сосед! Помещик 23 лет. Ну, это как раз я помню уже. Минутку. Что вы делаете? Да, а что вы здесь делаете? Не тряситесь. Не тряситесь. Я вас убью, не трогнут руки. Верх наглости. Я вас убью, не трогнут руки. Я не вас трогаю. Верх наглости. Руки. Руки. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Спасибо. Тебе, зайчик, молодец. Кошмарное зрелище. Это возмутить может. Это возмутить. Борис Миронович, я требую принять меры. Выговор. Кому? Тебя за халатность. Журавского уволить за прогул. Зайчика, зайчику благодарность за попытку спасти театр. Что вы говорите? Он же все испортил. Испортил он это, он как подвиг. Игорек, да, Игорек. Вы человек в театре новый, вам еще не все понятно. Вот. Если бы все так не рассуждали, не думали. Борис Михайлович, мне кажется, все-таки лучше думать. Борис Михайлович, извините, но пока вы думаете, я уже решил. И прошу вас освободить меня от этого надругательства над искусством. В свою очередь, впредь не буду выходить из шкафа вплоть до увольнения. Борис Михайлович, а вы увольте всех. Как? Так.
Всех, всех. Всех, 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 всех. Так что ж теперь будет? А ничего не будет. Общественность не хочет вас играть. Да. Наташа, я сорвал ваш дебют. Да. Я... Убери шатураку, ну. Идемте, Наташа. Зайчик, я ничего не понимаю. Я вам все объясню по дороге. День вашего бракосочетания назначен на 21-е. Вас устраивает это число? Да. Ты не передумаешь до 21-го? Боюсь, что нет. Что вы? У нас таких случаев не было. Приглашение в салон для новобрачных. Ждем вас 21-го в 12 часов дня. Разрешите? Пожалуйста. Чего доброго, забудем. Двадцать первого я не могу. Ты чем-то занят? Да. Тут намечено одно мероприятие. Тогда давайте 22-го. 22-го тем более. Вы что, куда-нибудь уезжаете? Да. Отбываю. Меня не будет тут. А можно узнать, где ты будешь? Там... Ну, в одном месте. Наташа, прости меня, мне уже поздно жениться. И ты привел меня сюда, чтобы сказать об этом. Понимаете? Давай сюда. Подожди, подожди. Ты что делаешь? А ну марш отсюда. Мы поливаем, коллективное приветствие от воспитанников детских учреждений. Товарищ, но он будет только через полчаса. Ничего, мы подождем. Подождем, Антон? Подождем. Подождем, ребята? Подождем! Мы пошли. Товарищи, товарищи, ну куда же вы идете-то? Товарищ, я же говорила, что он будет занят и может опоздать. Хорошие ребята. Товарищи. Ничего, мы больше ждали, еще подождем. И давай. Учтите, это коллектив. Молодой, но уже коллектив. Ну вот, а теперь, ребята, сыграем в очень интересную игру. Вас ожидает этот с забором. Я же вас просил, этого человека ни с какими заборами не пускать. Нет, он нашел, может, все. Здрасте, это опять я. Вижу, прошу выйти из кабинета. Большой привет. Ку-ку. Что вы сказали? Я ничего, я уже все сказал. А я все ответил. Тю-тю. А? Что? Минуточку, что ты здесь делаешь? Играю. А почему ты здесь играешь? А где ему играть? Минуточку. Да-да. Да-да, Павел Павлович.
Слушаю вас, Прокофьевич. А хорошо, я сейчас посмотрю, попозже. Ваши дурацкие штучки. Нет, нет, Прокофьевич, что это? Я не вам, нет. У вас не дурацкие, нет. То есть не штучки. Само собой. Ага, вот сейчас, сейчас будут штучки. То есть цифры, Павел Павлович. 103%. Ага. Нет? Сейчас я проверю, хорошо. Отойди от телефона. Слушаю вас, Павел Павлович. Нет, ну что вы, это не я, конечно. Это у меня тут телефон кукует немножко. Да, вы знаете, попалась действительно ошибочка. 100 и 03. Весь внимание, попалась. Слушаю вас, попалась. Отберите, отберите у него папку со сметами! Отберите! Товарищи, товарищи! Да-да, что? Дядя, что вы тебе, что? Пятнашки. А как же, пятнашки, само собой. За что, Павлович? Что ты делаешь? Слушайте, перестаньте валять дурака. Павлович, это я не вам. Я... Алло, Павлович. Да помейся. Алло, Павлович. Что? Дети, отдайте руки. Уверяю вас, я еще в ЗАГСе заметила, с ним что-то не то. Понимаете? Отказался регистрироваться, а теперь вдруг танцует. Почему вдруг? А может, он на радостях. Да поймите. Минуточку. Вы... Откуда? Взят с улицы. Танцевал детский танец на проезжей части. Танцор! Я не танцор. Я гример. Это хорошо. Сегодня вы гример. А вчера кем были? Тоже гримером. А, ну, правда, сперва. А потом я был помещиком. А. Граф. Ну, это уже другой разговор. Это... Приготовьте его свидетельство, Бехтеревский. Садитесь. Благодарю вас. Садитесь, ваша светлость. Их величество всю дорогу твердило, что на... Заяц. Да я не заяц, я зайчик. Подождите, что вы делаете? Вы с ума сошли, я зайчик. Ну-с, ваше мнение, коллега? Ха! А? Николай Иванович, он действительно зайчик. Здравствуйте. Что с вами, коллега? Ну вот и вся наша история. Правда, не ясно, как теперь зайчик объяснится с Наташей. Но об этом, наверное, лучше спросить его самого. Зайчик! Зайчик! Вы что, не слышите? Зайчик! Между прочим, у меня есть имя и отчество.
Извините. Да. Роли исполняли. Thank you.